Мы передачу снимаем, да, как выжить в России. То есть я в России долгое время не был. Так, а где вы были? Я был за границей. Нам даже ближе в Москву выехать не на чем, не только за границу. Если пенсии 10 тысяч, можно уехать? Ну, я не знаю, они, может, пошли в ситуацию, как бы сорняки выдрал, и все, господи, что-то. Держи, чем могли тебе в этом проекте, тебе помогли? Спасибо большое. За работу Сергею заплатили 300 рублей. Хай-фай. Ава. Спасибо большое. Удачи. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. На самом деле, я вводил вас в заблуждение. Я никакой не иммигрант из США. А на самом деле, меня зовут Сергей Сергеенко, и я миллионер из Австралии. Ой, и в честь того, что вы мне очень сильно помогли, мамочка, я бы хотел вам подарить 150 тысяч рублей. Спасибо вам большое, что вы вошли в мою ситуацию. Я не ожидала такого. Спасибо вам. Извините, если что не так было. Ой. Мам, все, иди сядь. Ты сейчас давление поднимется, еще бьем. Ничего. Я сегодня просто сейчас уеду к внучке в Белгород. У меня старшая внучка, ей 23 года, вот в августе будет. Я поеду к ней в гости. Скажу, что вот такое у нас было. Скажу, вот такой шок. Растрогавшись, женщина пригласила нашего героя на чай. Я это оценил, и я надеюсь, это вам поможет. Никто нам не помогал. Все на своих плечах. И здесь так, и так. Не, ну вы же мне тоже помогли, понимаете? Я же как говорю, вон там, наша дальше. Наша мизерная дальше. Помощь, ваша больше. Понимаете, вот я без мужа, я с ними. У меня пенсия 10 800. Помимо еще, я гипертоник. Онкология. Я ежемесячно в онкологическом. Во время разговора женщины признались, что у них совсем нет денег. А те 300 рублей, которые они дали Сергею, были последними. Несмотря на это, вы мне помогли 300 рублей? Да. И мы отдали вам последние. Честно. Честно. Это было честно. Честно. Прекрасно понимаю, что такое быть ни с чем. Меня очень сильно впечатлило, что когда она открыла кошелек, у нее там на самом деле ничего не было. Те 300 рублей, которые она мне дала, это были на самом деле последние 300 рублей. Это просто. И в таких, скажем так, адских условиях есть место добру. Ну, именно ихнему ко мне. То есть они же меня вообще не смотрят. И, ну... Сергеенко застал маму и дочь вместе. Мама уже собиралась уезжать в другой город и ждала знакомого, который почему-то задержался. Узнав, что у Ольги рак и что она собирается уезжать с пустым кошельком, миллионер изменил свои планы. Подождите. Сейчас. Я это, на самом деле, не знал, что у вас онкология. Да. Поэтому я бы хотел добавить. Спасибо. Ой, спасибо. Все-таки я думала, что я грешная. Нет, я самая счастливая. Спасибо вам. Удачи. Что это все меня так тронет. Потому что покерфейс нифига не сработал. Получается, ну, в такие моменты начинаешь верить в судьбу. Понимаешь, что случайного ничего не бывает. Просто.